Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И у нас уже все-таки в преддверии лета мы сейчас находимся. Значит, скоро пора отпусков. С горем пополам, худо-бедно, но мы уже можем куда-то ехать путешествовать. Не без проблем, но все-таки можем. И для того, чтобы нам путешествовать с ребенком, особенно если у нас ребеночек новорожденный, ну или как минимум там совсем ему не месяц, два, три, нам понадобится хорошая прогулочная колясочка с рождения там до 3 лет, такая с запасом. И сегодня я поэтому расскажу вам о колясочке от компании Joy. Эта колясочка у нас как раз таки и есть с рождения. Это у нас Smart Buggy 4WD модель называется. Она весит, кстати, всего 5,5 килограмм или 5,3 килограмма. Она очень легкая и не будет нас обременять в поездках. В общем, разберемся сегодня, что это за колясочка такая, чем она интересна у нас, и сделаем выводы. Начнем изучать ее, естественно, сверху вниз. К козырьку мы сейчас перейдем. Начнем с ручки. Ручка у нас на коляске не регулируется по высоте. 186 мой рост, поэтому смотрите плюс-минус, как будет вам. Когда ручка не регулируется, она приблизительно вот бывает в усредненном таком положении, поэтому более-менее невысокому и высокому родителю она должна подойти. Большинству она будет подходить по высоте ручка. Она в эко-коже с хорошей ровной прострочкой. В общем, все чинно, богато, все хорошо. Так, козырек. Козырек у нас действительно большой, прям действительно крупный. Он с смотровыми отсеками и спереди, и сзади. Вы поймете сейчас, почему она и спереди, и сзади. Это я покажу. Вот, ткани, кстати, такие достаточно небюджетные, приятные используются в козырьке. Да и вообще во всей коляске ткани хорошие. Вот, поэтому с этим проблем нет. Что касается самого сиденья, давайте посмотрим. В комплекте здесь идут вот такие вот вкладыши, матрасики, назовем их так. Они интересны тем, что пока ребенок новорожденный, нам нужно, чтобы здесь как можно плотнее ребенок располагался, был лучше зафиксирован. И для этого у нас вот здесь вот фиксируется головка ребенка. Вот здесь с помощью подушечек фиксируется туловище ребенка, и благодаря этим вкладышам она намного мягче, они как матрасики сразу используются. Поэтому, когда ребенок подрастает, нам нужно освободить пространство для ребенка, и мы это убираем, и получаем достаточно крупное сиденье. Секунду. Вот так вот. Достаточно крупное сиденье. И много места у нас, естественно. Спинка у нас здесь вся получается сеточку. Летом все-таки это будет очень актуально, чтобы спинка вся дышала. С пространством все хорошо. Подножечка, естественно, у нас регулируется. Опускается и поднимается. С этим все хорошо. Что касается бампера, у нас он как калиточка, откидывается в обе стороны. Это очень круто и удобно на самом деле. Он с мягкой обивкой. Ребенок не поранится, все хорошо. Так, пятиточные ремни с мягкими накладками и в паховой зоне, и в плечевой есть. В общем, с сиденьем здесь все более чем хорошо. Много места, просторно, все удобно. Здесь у нас 175 сантиметров, градусов наклон спинки. Благодаря как раз таки 175 градусам у нас она и с рождения и подходит. Но если бы здесь не было фишки, как вот эта перекидная ручка, то с рождения бы она не очень хорошо подходила, потому что до полугода желательно возить ребенка против хода движения, чтобы ребенок смотрел на мир через родителей. Это и психологи, и врачи постоянно об этом говорят, что ребенок должен на мир смотреть через своего маму и папу. Вот, собственно, вот так перекинули и можем новорожденного катать. Смотрите, на что хочу обратить внимание сразу, фишка этой коляски. Вот у нас поворотные колеса спереди, катаем, все ровно. Когда мы перекидываем, блокируются передние и разблокируются задние, они же становятся передними. И тем самым мы не теряем в управляемости, когда мы перекидываем ручку вот в это положение. Часто бывает такое, что колеса остаются поворотными, те, что были, и у нас радиус поворота все такое большое становится, и в общем не так удобно. Вот эта фишечка прям очень круто.
Так, с этим разобрались. Что касается рамы, рама металлическая, все хорошо собрано, вообще вопросов никаких. У нас есть амортизация и спереди, и сзади, это тоже очень круто. Хочу сразу обратить внимание на нюанс, который здесь есть. Тормоз здесь на каждом колесе отдельно. На всех четырех колесах. Это не так удобно, как одна педаль, блокирующая сразу оба колеса. Но, видимо, конструктивная особенность. Я не знаю, почему так сделано. Но вот как есть, так есть. Имейте в виду, колеса полиуретановые. Передние можно заблокировать, чтобы они никуда не поворачивались. Ну и задние, соответственно, тоже. Вот, и все хорошо. Что касается багажника, он высоко от земли, достаточно вместительный. Какую-то мелочевку в отпуске вы туда напихаете вообще без проблем. Так. Давайте теперь посмотрим, как колясочка у нас складывается. Ведь нам для путешествий нужно, чтобы она удобно складывалась. Она складывается одной рукой. И все четыре колеса грязные находятся внизу. И она не пачкает сама себя никаким образом. Она легкая, 5,3 килограмма. Ребеночек, сумочка, все как бы. И колясочка. Можно там перескочить, там через переход, еще что-то, если там нельзя катить. Поэтому в этом плане все хорошо. Как чемодан, можно ее катить. Тоже легко. И вручную кладь она не проходит. Это всем понятно, она слишком большая. Поэтому придется сдавать ее у трапа. Единственное, лучше заходить в самолет самыми последними, чтобы вашу коляску забирали последний, и когда они компонуют там с коляски уже где-то в багаже, ее положили сверху, не накидывали на нее сверху кучу других колясок, чтобы ее не повредить. Так, собственно, что хотел рассказать по колясочке, я вам рассказал. Как по мне, если ручная кладь вас вообще не волнует, и вам это не надо, я имею в виду, чтобы коляска в ручную кладь бралась, то это очень крутой вариант для новорожденного, повторюсь, ребенка. Куча колясочек маленьких, которые в ручную кладь проходят, но они все как минимум с 3 месяцев, потому что они против хода, ручка не перекидывается, и ребенок смотрит от вас. Это не очень хорошо для малыша. Поэтому вот чем городить там какую-то еще люльку с собой для маленькой коляски. Есть такие предложения на рынке. Как по мне, лучше обойтись вот такой колясочкой. Легкая, маневренная, хорошо все сделано, спинка дышит, все материалы классные. Она недорогая относительно, ссылка внизу на первую коляску будет, там можете пройти посмотреть. Вот, поэтому, как по мне, очень неплохой вариант. В принципе, это на круглый год можно брать, если где-то на югах живете. По снегу глубокому она будет плохо ехать. В остальном, в принципе, вопросов нет. И еще они достаточно надежные, кстати, колясочки. У Joy вот эта вся линейка, она такая без претензий, все нормально. Вот, собственно, и все, что хотел вам рассказать. Добавить мне больше нечего. Если вам полезен был обзор, что-то вы подчеркнули для себя полезное, вот, то поставьте свой царский лайк, обязательно на канал подпишитесь, на колокольчик нажмите, все уведомления, чтобы получать. Это помогает развитию канала. Вам не трудно, а мне приятно. Вот, собственно, и все. Хочу вам пожелать хорошего отдохнуть в этом году, летом. И всего доброго вам. До свидания.